Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия. И сегодня мы с вами будем тестировать новую тональную основу от компании Oriflame в серии Giordani Gold. Это антивозрастная тональная основа с пребиотической сывороткой. Итак, у меня в руках пробник, то оттенок слоновая кость. Я рекомендую обязательно брать тестеры, прежде чем покупать большой продукт, оригинал. Слоновая кость... Если вы хотите пробник, то код его 42594. Заказывайте, пробуйте. Итак, чем интересна эта тональная основа? Ну, во-первых, как я уже сказала, пребиотическая сыворотка, которая укрепляет клетки кожи и улучшает их структуру. Далее, есть специальные цветные пигменты, которые создают красивое покрытие кожи и дают возможность наслаивать тональную основу. Если вы хотите сделать тон более плотным и лицо более ровным, то можно делать 2-3 слоя. И далее натуральный экстракт лотоса, который помогает нам создать шелковисто-гладкое покрытие, улучшает кожу и улучшает ее качество. Итак, вскрываем пробник, и я уже подготовила кожу. У меня сейчас сделан полный комплексный антивозрастной уход экологен, то есть очищение. Далее сыворотка, крем и крем для кожи вокруг глаз. И я небольшое количество тональной основы выдавлю прям себе на руку и буду использовать руку как палитра. Вот такой красивый тон. Я не экономлю, чтобы хорошенько распробовать. И буду наносить сначала на одну половину разными способами. Попробуем. Я приготовила кисть, свои пальчики и губку, то есть специальный спонж. И начинаю с руки. Потому что интересно, как будет ложиться тон, если, например, нет кисти, а есть только руки. И просто хочется посмотреть качество. Очень гладенькое. Смотрите, как распределяется хорошо. Зеркало возьму поближе. Кстати, мне сначала показалось, что цвет темный, а вот он лег на кожу и уже не темный. Я так внимательно смотрю на свои поры, что уже забыла разговаривать. Потому что для меня очень важно, чтобы тональная основа не забивала поры и не подчеркивала их. То есть ложилась ровненько. Смотрите, как идеально лег тон. Вот эта зона, где у меня особо выражены поры, около носа, сам нос. И тональная основа полностью перекрылась. Слушайте, какая прелесть. Обязательно закажу, но тон, мне кажется, я возьму себе посветлее. Надо будет взять другие пробники и попробовать. Кистью немножко прям с руки палитра набиваю кисть и попробуем на лбу. Вот так вот распределяется. Слушайте, пальчиками так хорошо тон лег, я даже не ожидала. Я уже давно пальцами не пользуюсь, хотя было время, когда это было очень модно, и мы прям пальцами наносили тон. С удовольствием. Так, чуть-чуть здесь и вот тут. Очень ровное покрытие. Давайте попробуем второй слой на те места, где я уже прокладывала. Сейчас, нет, пусть питается. Так. Вот смотрите, у меня было пигментное пятно вот тут. Вот. Все-таки я его забросила, перестала с ним заниматься. И вот смотрите, как перекрылось. Практически не видно стало пигментное пятнышко. Хорошо, как ложится. Такое чувство, что он сам растекается просто по лицу и выравнивает кожу. Сравнивайте. Сторона с тоном, сторона без тона. То есть здесь вот все выделены какие-то покраснения, мелкие пятнышки такие еле заметные, поры. А здесь уже все ровненько легло, но все-таки тон для меня чуть-чуть желтит. Но если вы видите, у меня кожа такая холодный тон. И очень светлая. То есть я бы себе взяла, скорее всего, даже не знаю какой, ванильный холодный можно попробовать. И бежевый теплый, кстати. Вот бежевый теплый мне нравится. Более такой естественный. Возьму пробники, подберу себе, пока время есть. Очень довольна. И остаточки, кстати, выдавила не так уж и как бы много, но расход очень маленький. И остаточки спонжиком перенесу на вторую половинку, просто чтобы посмотреть, как со спонжем будет ложиться. Да так же чудесно.
даже пальчиками прям понравилось наносить так легко и быстро. Ну, спонж сразу в себя забрал весь тон, потому что спонж мокрый, и он, конечно же, забирает большее количество тонального средства. Окей, доделаю потом сама. Смотрите эффект. Хочу попробовать второй слой наслоить, и для этого еще чуть-чуть тона возьму. Чуть-чуть, почти весь выдавила. И сделаю кистью второй слой, чтобы посмотреть, как перекроются вот остальные вот пятнышки, вот эти все. Ой, как красиво, мне уже нравится. А еще ждать, пока начнется новый каталог. И второй слой ложится великолепно, как вы видите. Легко распределяется, даже никуда он не сдвигает второй нижний слой, то есть первый нижний. Все чудесно. Я очень довольна. Ну а вы сами видели все своими глазами, как легко, красиво ложится тон. И тут, сами понимаете, в первую очередь мне должно понравиться самой, и мне это действительно очень нравится. Так что жду новый продукт, чтобы уже заказать сразу целый флакончик, тем более, что он будет в новом каталоге уже с большой скидкой. А вас я благодарю за внимание. Кто уже потестировал, попробовал, напишите в комментариях ваши впечатления о новинке, как на вас лег тон, были ли какие-то недочеты, может быть, чем-то вы недовольны, ну и чем довольны, тоже пишите обязательно, потому что сейчас все наблюдают, все ищут отзывы и думают, покупать, не покупать, хорошая новинка или она не стоит того, чтобы тратить деньги. Ну, я точно возьму, потому что смотрю на свое отражение, мне очень нравится то, что получилось. Спасибо за внимание, до новых встреч, с вами была Лилия Донскова, пока-пока!